Я сегодня утром встал. И я тоже. В умывальник побежал. И я тоже. Водой холодной умылся. Чайку горячего напился. Потом пошел я погулять. Решил я в цирке побывать. Я видел там слона, слоненка. А слон похож на поросенка. Очень хорошо. Все в зале внимательно слушают. И меня, и артистов. Я очень надеюсь, что вы будете сейчас более внимательны к сказке «Петя и Волк». Дело в том,